Демографическая ситуация в нашем городе характеризуется по-прежнему высоким показателем рождаемости и низким показателем смертности. В прошлом году в Казани зарегистрировано рождение 24 564 новорожденных, что на 501 малыша больше, чем в 2015 году. Напомню, с 2009 года рождаемость в Казани превысила смертность, и с тех пор этот показатель уверенно растет. Чтобы понять тенденцию, в 2000 году в Казани было зарегистрировано чуть больше 8,5 тысячи новорожденных. Таким образом, за последние 15 лет рождаемость выросла почти в 3 раза. Отмечу, что в Казани на протяжении уже многих лет мальчиков рождается чуть больше, чем девочек. Если в 2010 году число первенцев составляло 57% от всех новорожденных, то в 2016 году по статистике только 45% новорожденных – первенцы, а 55% – вторые и последующие дети. Количество третьих детей возросло до 10%. В целом же, по сравнению с 2007 годом, когда начала действовать программа государственной поддержки семей, имеющих вторых и последующих детей, таких семей стало почти на треть больше. Таким образом, в Казани многодетность уже не исключение, а норма жизни.